Доброго времени суток всем, СК 9060 на связи, очередная серия по World of Fishers, рыба на спиннинг 14, значит первая лосось дунайский, блесна евро. Все остальные задания, ребят, на вылов рыб на определенную снасть, выполняете, соответственно, вот ставите спиннинг и просто блесните. Блеснить, опять же, желательно под рекорд какую-нибудь, под сухую рыбку, чтобы поставить рекорд, вот и все, чтобы быть в плюсе и не блеснить просто так, вот и все. Дальше буду это все дело обрезать. Вот у нас лосось дунайский, ребят. На тихой заводе или где угодно, просто ставите блесну евро и блесните. И также у нас пиранья ромбовидная еще. Просто блесну кода ставите и идете на амазонку. Значит, у нас Эль Тонго, понятно, Рио Негру и за водопадом. Идем на амазоночку. Давайте на Эль Тонго. Ну, в принципе, я думаю, с первого заброса можно будет спокойно это все дело взять. Так. Найти бы еще эту блесну. Ага, вот, есть. И забрасываем. Также не забывайте про то, что спиннинг должен быть определенной килограммовки. Я думаю, сейчас с первого заброса спокойно возьмем, ребят. Примерно глубину вот есть. Да, отлично. Пиранья ромбовидная. 2700. Супер. Так, ну и поехали дальше. Далее нахожусь я на Байкале, ребят. Заходим в Cowboy Joe. Это уже рыба на спин 15. Просит он нас выловить Электиса длинноперого. На 100, спин 175 килограмм и 2 блесны. Ну понятно, что... либо одну, либо другую выбираете. Если у вас есть волна, то понятно, что идете просто на морской заповедник вулканический и с первого заброса вытаскиваете. Ну, если не клюнет, то со второго. Так, найти бы еще эту блесну. Значит, ребят, вот такие задания, да, вот выловить рыбку, в принципе, ничего сложного нету, сами выловите. А вот там, где определенную рыбу поймать надо, там уже я буду как-то показывать. Если возникнут проблемы или трудности, я не знаю. В принципе, тоже никогда вот не возникало, но сейчас попробуем. Так, у нас с первого заброса не клюнуло, сейчас проводка номер 2. Так, вот есть, отлично. Электис длинноперый, задача выполнена. Так, что у нас требуется дальше? Дальше сом плоскоголовый. О, ребят, это помучаемся с ним. Блес на день, да, это амазонка. Чепуху. На чепуху можно съездить, но туда дорого. Лучше на амазонку, конечно же. Едем на амазонку, пусть и помучаемся. Значит, ребят, вылов будет долгим. Всем советую кидать прикорм. Я, наверное, не кину. Буду надеяться на рандом, но, к сожалению, вряд ли оно сработает. В принципе, если вы знаете, как поймать быстрее, то напишите в комментариях под видео. Пока блесним, читаем чат, может что-то интересное напишут и надеемся на рандом. Находимся мы на Эль Тонго, но, ребят, наверное, я все-таки скоро перейду. Сейчас пару рыбок тут поймем, пару рыбок там. Не знаю, на какую локацию возьмем, но, скорее всего, возьмем на королевских, потому что на королевских кувшинках он мне часто попадался. Рыбки, кстати, не рекнутые на Амазонке, вот можно приходить, грубо говоря, и таскать. Как раз будет следующая рыба на спиннинг 16. Можно купить спиннинг и выполнять задание заодно. И может рекордик какой-нибудь выхватить. Так. Ну, прикормку, ребят, обязательно кинете. Я уже кидать не буду. Ладно, серия пусть затянется на 5 минут лишних. Но это не важно. На серии в последнее время и так коротенькие. Пиранья випельная клюет. Уходим. Уходим и на Рио Негру. Посмотрим, что здесь. Здесь тоже, кстати, плоскоголовый клюет довольно часто. Посмотрим. Потом перейдем за водопадом и в конце на кувшинке уже перейдем, ребят. Такая вот тактика будет у нас сегодня. Так, есть что-то? А, это пиранья ромбовидная, понятно. На блесну день, кстати, тоже она клюет. Понятненько. Ну, ждем. Сейчас главное с погодой, чтобы хорошая была еще. О, вообще, вообще идеально, ребят, туман стал. Ну, как будто наговорили. Сейчас
открою будет чаще, но все равно уйдем сейчас отсюда, я не люблю блеснить на одной и той же локации, сейчас будем искать этого плоскоголовика. Так, пирайба. Ну, пирайбы довольно часто на блеснудин здесь клюют, ребят, поэтому ничего удивительного нету. Все-таки последнюю давайте сделаем проводку, да, уйдем мы на водопад. Посмотрим, что там. И я вот думаю, нигде я не провтыкал что-нибудь. Извиняюсь за телеграм. Вот нигде я не провтыкал. Может, он не клюет ночью там или... Так, где он? А, вижу, ага. Так. Да, блеснодин, все правильно, локации все. И понятно, давайте за водопадом. Поблесним немножечко здесь. Что-то совсем с плотвой плохо стало. Да нет, нормально все, ловится плотва на пиявочку. Всем привет, рыбаки. Тебе тоже, хамелеонша, если смотришь видео, тебе тоже привет. Так, пиранья ромбовидная. Опять телеграм. Да что ж такое-то, и выключить никак. Ну да ладно. Ух, проводка, проводка. Скучно, конечно, на спиннинг водить. Но вообще, не знаю, очень долго. Бывает, засыпаешь. На поплавок удобней. Так, пирайба. Зачетная пирайба. Смотрите, хорошая рыбка. Ну, сейчас еще раз посмотрим, чтобы я нигде не ошибся. Так, посмотрим время. Не, все нормально со временем. Как раз мы в 6 часов пришли, как раз он начинает ловиться под вечер. Отлично. Дальше, 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 дальше. Что-то не клюет, конечно, тогда плохо. Ну да ладно. Ничего страшного, я думаю, в этом нету. Биара зачетная клюет. Вообще блеснодин, ребят, очень хорошая на зачеты. Максимально всем советую, вот прям максимально. На амазонке достаточно хорошо блеснить, возможно, даже как способ для заработка вообще идеальный и хороший. Так, что тут у нас, как говорят у нас на Украине, что тут у нас? Ничего у нас, ребят. А, не, вот поклевочка. Угорь электрический, без рекорда он стоит. Можно, в принципе, не только блесну, можно и живца покидать, как вариант, вот. Ну, да ладно. Так, понятно. Юнитус рекнул бычка амурского, большой палец вверх. Крутим, крутим, крутим. Можно, в принципе, это обрезать, ребят. Обрежу, да, уже перейдем к этому. А не, вот в чате что-то интересное. Подскажите, лодку покупать обязательно. Ребят, вот честно, вот не понимаю таких. На форуме все расписано. От А до Я писал полное руководство. Для кого я это писал? Надо читать, ребят, обязательно всегда руководство на форуме. И в целом форум. Там есть абсолютно все. Абсолютно все есть. Только надо уметь читать, конечно же. Так, ладно, что-то у нас поклевок нету, поэтому давайте все-таки обрежем и перейдем к факту. Так, ну, значит, ребят, на королевских кувшинках мы находимся. Чуть-чуть побушил я в чате, потому что люди просто не хотят читать форум. Там все расписано доходчиво, абсолютно все. Не хотят читать, поздно читают. Вот у нас сом выловленный, отлично. Значит, задание выполнено. Дальше у нас голец таранца вроде. По-моему, если я не ошибаюсь, он уже где-то был, и блесна фокс на него, да, вот, 100% был. То вайбер, то телеграм, вот это вот серию начнешь записывать, и сразу все подряд. Ну, это изи, ребят, поставим сейчас блесну фокс, и нам надо перейти на шепот реки, потому что здесь прилова нету. Ну, и довольно быстро это все дело вылавливается. Я уже даже, ребят, так скажу, что уже это будет... 100%. Значит, всем не хвоста, не чешуи, ребят. Ловите ковбоя, выполняйте задания. Удачи и пока.